Добрый день! К вашему вниманию очередная задача от Кубодорог, проверяющая вас на знание правил дорожного движения. Какая из траекторий запрещена для водителя легкового автомобиля в данной ситуации? Нам предлагают следующие варианты ответов. Траектория А, траектория Б, траектория Б и Г, траектории Б, В и Г. Или все-таки в этой ситуации все траектории разрешены? Правильный вариант ответа, как всегда, в конце видео. А вы можете выбрать свой вариант ответа. И время пошло. Итак, время вышло. Ваш ответ готов. А теперь вместе решим нашу сегодняшнюю задачу. Дорога, по которой двигается наш автомобиль, имеет разделительную полосу. Соответственно, данная разделительная полоса делит нашу дорогу на две проезжие части. При этом посередине дороги имеется карман для выполнения разворота. Знак «Место для разворота» указывает место, где водителю разрешено выполнить разворот. Поэтому траектория А однозначно является разрешенной. Знак «Место для разворота», разрешая выполнить разворот, строго-настрого запрещает выполнять поворот налево. Поэтому траектория Б является запрещенной. Знак «Место для разворота» не обязывает водителя выполнять разворот. Разметки, обязывающие водителя выполнять разворот с крайней левой полосы, тоже нет. Поэтому для движения в прямом направлении в населенном пункте водитель может использовать любую удобную полосу. Траектория В и траектория Г являются разрешенными. Так что в этой задаче из всех предложенных траекторий запрещенной является только траектория Б. Правильный вариант ответа номер 2. Ну вот на сегодня и все. Если разбор данной задачи был вам интересен, то поделитесь ей с друзьями, поставьте лайк и прокомментируйте. А я на сегодня с вами прощаюсь. Желаю всем удачи в достижении поставленной цели. До новых встреч!